Депутат Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Голубков вместе с экспертом комитета ЖКХ МОС облдумы Игорем Шиповаловым проверил качество новой детской площадки возле дома номер 13 в поселке Санатория имени Герцена. Она была построена в этом году по программе губернатора. «Площадка большая, красивая, отвечает всем современным стандартам», – сказал парламентарий. Всего в этом году в муниципалитете установили 28 новых детских игровых площадок.